Жители Изнаурского района в преддверии Дня Победы отдали дань памяти тем ребятам, которые сложили в годы Великой Отечественной войны свои головы во имя свободы и мира на земле. Перед бюстом героя Советского Союза Ивана Цхавребова, погибшего в 43-м году на поле боя, бросившись под танк с гранатой, Цхавребов взорвал мост через Днепр, чтобы отрезать путь врагу. К бюсту героя возложили венки и цветы. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, превратились в белых журавлей. Вот 41-й год, конец июня. И люди спать легли спокойно на конюне. Но утром уже знала вся страна, что началась ужасная война. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Новые поколения считают своим долгом помнить тех, кто ушел на фронт и больше не смог вернуться на родину. В Знаурском районе много памятников, установленных в память о тех, кто погиб на фронте во имя мира и свободы на земле. Местные жители во главе с руководством администрации Знаурского района возложили цветы и к стене дома, в котором жил Иван Цхавребов. Как отметили участники памятной акции, именно тех, благодаря кому мы живем под мирным небом над головой, они будут помнить всегда и своим детям, прививая уважение к истории, воспитывая их в духе патриотизма. Алена Утева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.